Этот вопрос нам уже Артем Николаевич задавал, и на него очень большая часть респондентов так и ответила, что для многих это из профессии превратился в образ жизни. Потому что мы слишком много времени отдаем этому, и слишком много переживаний и чего-то личного для нас. Вот, наверное, ответ такой. По-моему, очевидный, да, то есть без этих исследований пока не придуманы какие-то другие, там, положим, компьютерные методы разработки препаратов. Это единственный способ, да, когда какой-то новый препарат может попасть вообще в руки, да, пациента. Пока. Возможно, в будущем, да, все это будут делать роботы. Ну, я думаю, что вряд ли, потому что, ну, во-первых, большое количество форм, кроме данного форума, да, по данной теме. И, в принципе, не так много кардинальных каких-то проблем случается даже в течение года. Да, и, собственно говоря, на одном уже мероприятии люди что-то обсудят. И вряд ли на втором, да, мы какую-то актуальность каких-то проблем сможем поднять. Потому что, в принципе, форумы многие, да, начавшись, так сказать, на ура, они замыливаются. Да, вот это, потому что одни и те же доклады, одна и та же проблематика, просто людям становится неинтересно. То есть приятно, что здесь это какой-то, так сказать, такой живой какой-то еще пока форум, потому